Всем привет, ребят, с вами Зорг, и мы продолжаем играть Mountain Blade Warband. Несколько дней не было видео, потому что я решал проблему со звуком, то есть из-за чего у меня запаздывал звук. Как вы могли заметить, текстура карты улучшилась немножечко. Что еще? Ну, я поставил еще один модик, который улучшал не только текстуру, но и графически игру вообще. Но, к сожалению, я не знаю, она работает, не работает этот мод. Так, где мы там? И поэтому, не знаю, напишите в комментариях, рабочий, не рабочий. Ну, то есть, увидите ли вы различия в игре. Ну, карта-то уж точно другого цвета. Особенно вот эти горы зеленые. Интересно, почему-то они зеленые. Не в болоте ж все-таки. Так. И чем же мы сейчас займемся? Я отвоевал этот замок в последнем видео. Так, мне нужно вкачать ребятушек своих. Так, а скажите о навыках. И, к сожалению, насчет проблемы со звуком. Так и я не смог выяснить, в чем же состояла проблема. Сейчас я снимаю на Фрапсе, который записывает по 4 гигабайта видео. А проблема в том, что, например, я записываю минут 10 видео, и в какой-то момент звуком что-то происходит, со звуком что-то происходит. Он то ли виснет, то ли что. И получается еще дополнительный звук. А при записи, например, видео вообще без звука, то все нормально, как бы. Ну, в смысле, именно с видео все нормально. То есть оно записано так, как... Так. Так, что ей вкачать-то? Давайте одноручное вкачаем, если уж тут вкачано. И древковое. Так, на чем я там сказал-то? На чем я остановился? На том, что... проблемы. Ну вот, как бы не решил я эту проблему. Снимаю по 4 гигабайта. На самом деле еще подыскал пехотинец и всадник пехотинец. Подыскал такую программку Play Cloud. На самом деле отличная программа, вот только проблемы. Ну, это программа для также записи видео геймплея с голосом. Там все это встроено, звук, голос. Но, к сожалению, именно на этой-то и программе я и понял, что в чем проблема именно со звуком, то, что проблема у меня. И как бы не смог решить. Ну, она прикольная, хорошая программа. Что у нее плюсы есть, сжатие есть. Есть, что там еще? Сжатие и интерфейс в самой игре появляется, как знаете, как встроенный Steam же есть же. Можно переключиться в любой момент и посмотреть, что да как. Можно даже отредактировать там сжатие, какое количество сжатия ты хочешь, чтобы более лучшее качество или более худшее качество. Чтобы меньше весело, чтобы больше весело. Ой-ой-ой, посмотрите, как много этих разных язей, разбойников. Так, насчет сжатия, да. Что больше, чтобы меньше было. Набрать добровольцев, десяточку. И что же еще? Ну вот, проблему я не смог решить. Не знаю, может быть, кто-нибудь из вас сталкивался с этой проблемой. Все пробовал. Пробовал переключать микрофон, отключать. Кстати, я даже переустановил Windows. Думал, проблема может какими-нибудь кодеками. Но, к сожалению, все нормально. Переустановил Windows, поставил программы. Не знаю, может быть, по какой-нибудь программе проблема. Но поставил все те же программы. Типа Fraps и так далее. Ничего более другого я не ставил. Ну... Как вы можете заметить, у меня сейчас мой свеже забранный замок отбирает Саджахан. Говорит, что
Он хочет сам себе взять этот замок. Ну, пускай берет. Конечно. Так, на чем я там остановился? Пойдем в тульгу. И что же? Не знаю, вот кто встречался с такой вот проблемой. Может быть, вы знаете, как ее решить. Напишите в комментариях, не знаю. Ну сейчас вот вроде с 4-гиговым записыванием все нормально. То есть именно если ты записываешь минуты 3-5 минут, то тогда все нормально. А если уже более минут 10 ты хочешь записать, то уже все. Все уже программа тебе пишет. Ну не программа, уже там секунда, например, такое вот есть. 2 секунды, 3 секунды задержка уже появляется в какой-то момент. Так. Дельная. Так, я же одеть хотел. Вот на нее вот оденем сейчас. Расскажите о ваших навыках. Ой, что-то я не туда залез. Кстати, вот здесь не вкачано почему-то. Так, умение одно. Сбор трофеев, обучение. Вот, сбор трофеев. Нет, не сбор трофеев. Первая помощь. Хирургия, перевязка ран. Ну давайте вот перевязку ран. Готово. Так. Готово. Блин, я же одеть хотел. Так, дышави. Вот ей нужен конь. Коняга ей нужен. Так, расскажите о снаряжении. Так, 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 так. Больно много таков, конечно. Как обычно. И что же, все у нас герои на конях. Только вот не все одеты более-менее. Сейчас оденем. Ничего. Нам придется недолго разделить. Что вы можете так взглянуть на ваше снаряжение? И вот насчет этой PlayCloud. Она на самом деле очень мне понравилась. Эта программка. Хотел бы ее использовать. 31, 32. Хотел бы я ее использовать, но, к сожалению. 16. Пускай такое вот будет. Делила. Вместо этого пускай будет еще один щит. И что еще сказать-то вам? Вот такие вот у меня проблемы. Я их в течение вот этих нескольких дней, когда мне я не выпускал видео, я их пробовал решать, но, к сожалению, не смог. И сейчас сижу и записываю. Так, ну вот про это вот хотел бы сказать. То, что PlayCloud, кодирование у нее просто отличное. То есть вообще ни в какую игра не тормозит. Но вот есть проблема, то что она при записи, хоть и игра не тормозит, но записывается то, что немножечко притормаживает. Иногда бывает то, что FPS падает. Кадры падают и как будто бы немножечко подтормаживают, знаете, видео. Так, пустить таверну. Не знаю, таверна, не таверна. Так, у нас тут пьяное чмо. Ну вот, замечательная эта программа. Всем советую. Потому что, если использовать 50% сжатие, просто отлично. Просто вот отлично оно все работает. Качество более-менее. И весит раз в 10, наверное, меньше, чем оригинальное видео. Ну, если снимать через Fraps. Так, я продаю свои башмаки и смог выручить пару динаров товары. Давайте вот этого возьмем. Героев нужно подсобирать нам. Подсобрать. Этот герой, насколько я понял, он рыночный. Рыночный работник, а это хорошо. Древковое оружие. Смотрите, легкое. А, тут, наверное, по скорости. Скорость 80-85 и длина. Так, мы выберем. Ну, давайте продадим. Ладно. Так. И я бы хотел. К
Кстати, вот насчет Эля, Элли, они не пьют, наши солдаты, к сожалению. Ну, не к сожалению, все равно хорошо, что не пьют. Может быть, алкаши бы какие-нибудь стали бы из них. Так, что у нас там по деньгам? Опять я перебрал. Забираем Эль. Забираем. Что забираем? Вот это забираем. Это забираем. Назад. Торговец лошадьми. У него 800. Давайте. Торговец доспехами. Тут уже по крайней мере 1000. 1300. И еще я бы хотел сказать, что мне нужно было бы неплохо, точнее, прикупить какое-нибудь стрелковое оружие. Просто при захвате замка или же при... Так, давайте вначале возьмем разные товары. Возьмем хлебушка. Хлебушка, зерна, колбасу. Чтобы было с чем есть хлеб. Так, зайдем. Куда зайдем? Кстати, я все еще себя не вкачал почему-то. Так, игрок. Ловкость, интеллект, сила. Так, не знаю, заметите ли вы, но я прервался на несколько часов, и сейчас мы продолжим. Так, давайте, чего же мне вкачать? Ловкость, харизма. Харизма, ловкость, ловкость, харизма. Что же выбрать? И мы выберем харизму. Да, выберем харизму. Вкачаем. Что мы вкачаем? Давайте вкачаем лидерство. Увеличим количество наших воинов. Вкачаем. Здесь одноручное. Готово. И смотрим, что же у нас. Так, не сюда. Отряд. Насчет лука я тоже говорил. Кстати, вот у нас тут марнит. Пехота. Марнит это, по-моему, какой-то герой. Наверное. Поставим его повыше. Так, точнее, вот так вот пускай выйдет. Угу. Так, готово. Смотрим, у нас вещи. Вещей нету на него одеть. Смотрим отряд. Что же у вас с отрядом у нас? Качать некого. Кстати, нужно пленных продать. Попробуем посетить таверну. Так, здесь вольный латник. И продавец этот с таверной. Так, ну попробуем тогда и чамур. Так, что же? Что же я бы еще хотел бы вам сказать, кроме проблем? Этих проблем моих. Кстати, скоро выходит... Так, я попал в ловушку. Скоро выходит прототип второй. Знаете ли вы, не знаете, в курсе, не в курсе. Ну вот, такая вот новость. Не знаю, 24-го он уже вышел в Америке, вроде бы. В Википедии так написано. И 27-го чувак с дубиной пришел. Иди сюда. Так, и 27-го он должен выйти в России. Жду игру на самом деле. Покупать, конечно же, не буду. Как обычно. Скачаю. И... Что же? Ну, пройду, не знаю, даже может быть летсплей покажу. Ну, начало-то точно покажу. С этой игрой. Так, разбойники. Всего 3 разбойника, я думал. Еще лучники будут. Покажу эту игру вам. Первую часть я прошел на Xbox. Очень понравилась она мне. Я вообще, как я говорил, уже не знаю. То, что... Блин, да давай, зарезай замок. То, что мне нравятся игры с открытым миром. А тут еще смесь такого супермена, можно сказать, героя. Так, вот как раз посредник. И открытого мира это очень радует. Больше вот таких игр. Так, не туда. Вон, вот здесь вот.
Так, всех продаем. И, кстати, 1 августа выходит еще к тому же обновление 1.3 на Майнкрафте. Я уже 100 лет не играл в Майнкрафт. Ашик, бродяга, ашик. Ну давайте. Что же ты? Я думал, он, может быть, с нами пойдет как герой. Но, к сожалению, нет. Он отверг наше предложение. И что же, чем же мы займемся сейчас? Мы займемся тем, что будем прокачаться на этих вот наших врагах, вегирцах. Так. На чем я там? Что еще я хотел сказать-то вам сейчас? Так. Смотрите-ка. Текстура так поменялась, то что сейчас... А, нет. Я думал... Такие, как будто вот здесь вот песка наоборот, да? То есть у... Как там? Ханство пески, а у саранидов этих, саранидских султанов, как будто какая-то грязь. Интересно так сделано, конечно. Не знаю, ну, просто мне радует. Вот, например, вот это вот уже более так весело выглядит. Цвет поярче хотя бы. Не знаю, насколько вам там нравится, не нравится. Ну, опишите, если вам очень уж не понравилось такое вот обновление, то тогда я, пожалуй, даже уберу его. Ну, они не сюда идут, слава богу. Я уж думал, сейчас напорюсь на них, и мне пипец будет. Так, у нас соотношение. Не знаю, где именно наше соотношение посмотреть, а не нашего вот это вот... Не знаю, как королевство нашего ханства. Так, значит, смотрите-ка, оккупировали прям такие неплохо наши враги. Не знаю, зачем вот это вот ханство наше решило воевать еще с кем-то, потому что и так уже много у нас врагов. Ну, точнее, вот это вот отлично у нас с вегирцами была война. А сейчас еще к тому же вот... Со свадами, или первоначально со свадами, я уже запутался. Так. Что, куда мы идем? Мы ищем врагов, чтобы они были более-менее на нашем уровне и не покалечили нас. Господин, какой-то и так далее, вашему отряду. Я был купцом, и уважаю людей, бла-бла-бла. Так. Честь торговли. Ну да, мне пофигу, как обычно. 693 мы отдаем деньжат. Так, вот. Конечно, не то, что я ожидал. Опять он там что-то там говорит нам. Своё купеческое втирает нам. А, кстати... Насчет какой-то там, какое-то задание только что пролетело, которое я, к сожалению, не посмотрел в заданиях. Ну да пофигу, и пролетел, конечно же. Ну да пофигу на него. Так, за мной, ребятки, за мной, не торопимся. Умереть мы все успеем еще 100 раз. Так... И, кстати, еще, не знаю, сегодня будет ли залито, или же завтра будет это видео залито, но через то ли два, то ли через один день уже начнется летняя Олимпиада в Лондоне. Не знаю, ребят, будете смотреть, не будете смотреть. Ну, конечно, я лично буду смотреть. Ну, не все, конечно же. Ну, когда смогу, тогда буду смотреть. Так, я помню... В Пекине была Олимпиада, я кое-что смотрел. Иногда, когда включал телевизор, знаете, сразу включал то, что идет на... в Олимпиаде, как там проходит это все. Разнообразно. Я именно ни за кого там... Ну, как бы... Особо никого не выделяю, то есть русских или кого. Просто смотрю, кто как, кто выигрывает, кто проигрывает. Смотрю, как там открывается, закрывается эта вся Олимпиада. Достаточно красиво все сделано.
Не знаю, как это будет выглядеть в Лондоне. Надеюсь, тоже будет все приятненько для глаз. Ну, поживем, увидим. Олимпиада уже не за горами. Кстати, по-моему, в следующем ли году, в 2014-м, Олимпиада... Ой, 2014-м. То ли 2014-м, то ли 2013-м. По-моему, 2014-м Олимпиада в Сочи у нас. Ну, не знаю, не знаю, будет ли она такая прям шедевральная и красивая. Ну вот, в Лондоне меня очень даже интересует, как это все будет выглядеть с королевой Елизаветой, там какой-то там, наверное, не помню, как ее там, ихнюю королеву. Но буду смотреть, как попадется. Все разбегаются уже. Ну и ждите смотра или летсплея. Наверное, летсплей все-таки будет на прототип второй. И как бы еще у меня же Spider-Man, Spider-Mania. У меня уже там всего две игры осталось. Конечно, еще которые вышли. И уже будем ждать Amazing Spider-Man. Насколько я видел про Amazing Spider-Man, его особо людям особо не понравился он. Ну, как бы хорошая, конечно, игра. Сперто многое из Бэтмена. Ну, что поделаешь. Так, о, какой хороший у нас маска попалась. 45. Изношенная вегирская солдатская шлем. О, отлично. И будет что одеть на своих бравых воинов, вояк. Так, что же у нас? Бегущие враги. Они уже сбежали. Желательно нам бы где-нибудь передохнуть. Посоветовать... Саджихан решил, заслужил Ханун под свое управление. Ханун, это Ханун. Ханун это вот эта деревушка, да, которая была мною захвачена, но отдана не мне, к сожалению. Или к счастью, или к сожалению. Кто же его знает. Кстати, наш герой взял уровень. Ну давайте в поисках мы. Продолжаем в поисках разных врагов. Так, ну кто-нибудь бы хотя бы. Давайте. Чё же вы так? Так, ну... Вот тут кто-то шёл. Не дошёл. Вот он. 139. Нет, слишком много для меня. Это небезопасно. Нападать на таких чуваков. Прокачанных, ну не прокачанных, конечно, они там не прокачаны, в коже гоняют, наверное. Просто народу много, не знаю точно, выиграю или не выиграю. Один к двум. Ну, кто-нибудь, давайте, ребят. Кстати, насчет прокачки. Что у нас там? Ополченец Свада, стрелок Свада. Давайте ополченцев качаем. Тут у нас всадники. Не знаю, почему у стрелков появляются всадники. Может быть, хотя бы стрелки-всадники были бы, а не просто всадники. Ну, кто его знает. Так, ну давай, иди, лошадка. И даже никто не хочет с нами бороться. Хотя, очень большой кусок земли захвачен. Командир, уделите мне минутку. Похоже, Марнит считает меня обычным солдатом. А все потому, что в прошлом я вознаграждал себя трофеями. Ну, короче, он грабил. Как раз-таки, наверное, торговца такие он и грабил. Ну, сюда. Нара. Так. Поэтому у них такие не очень отношения. Кстати, насчет одежды. Совсем забыл. Что одеть надо своих. Дешавие. Вот этого чувака и вот этого я же чувака и вкачиваю.
сделаем из него обычно из из кого из из так хотя бы 31, ничего себе 31, ну ничего, все равно оденем. Из ложка сделаем пирожка. Не знаю, что я несу. 10. Ну, из разбойника сделаем князя какого-нибудь. Дофига крутого. Так, скажем. Неважно. Кстати, насчет прокачки. Говорить. Расскажи о своих навыках. Вкачаем ему силу. Верховая езда у него на двойке. Качаем. Так, у него верховая стрельба из лука на 3. Ага. Что же это такое-то? И, значит, может быть, ему лук дать? Мощный выстрел у него. Давайте лук тогда уж. Что-то я даже не посмотрел. Ну, вот такие вот мелочи надо смотреть. И знать, наверное, соблюдать. А то... Дал ему вот такого, тоже вкачал его, не знаю, на штурмовика какого-нибудь. А оказалось, что он вот такой вот лучник. Так, пугнутые стрелы. Вот такой вот он лучник оказался. Неважно. Ну и кто же у нас, оденет шапку, ушанку? Улучшенного вида. Вот, кстати, говорить. Наше снаряжение. Дадим ему... Блин. Лошадей нету, оказывается. Я думал, лошадок у меня еще дофигища. Но, к сожалению, у меня нету лошадок. И дадим... Ну, давайте... Не знаю, что-то мне на этого жалко. Одевать такую хорошую шапку. 31. Вот так вот. 29, 34. Ух ты, ничего себе. Давайте вот это оденем на этого. Это сюда. Неважно. И мир. Да, блин, у них шапок-то, у всех более-менее шапки. Только вот броня не очень. Говорить. Давайте взгляну на ваше снаряжение. И что же у нас с шапкой 32? А это у нас, да, что же? 31, 29. Ладно. Оденем на вот этого, говорить. Леон, взгляну на ваше снаряжение. 31, 29. Вот, вот это ему дадим. Ха. Да уж. Одноручная. Дадим ему меч, если ты любишь такое одноручное. Дадим ему тяжелый топор. Топор он не берет, к сожалению. Дадим щит тогда. Вот тебе щит. И вот тебе древковая. Древковая. Вот это древковая тебе. И еще один щит. Holy shit, на спину. Отлично. Так, может быть, что-нибудь еще? Типа, на ноги. Так, 10, здесь 11. Перчаток у меня, к сожалению, нету хороших каких-нибудь. Неважно. Так, сейчас продадим все. Лишнее. Посетить таверну. Ой, не туда опять же зашел. Ну-ка, может, посредник тут есть? Нет, к сожалению, и посредника тоже нету. Продадим, продадим. Что же мы продадим? Палицу. Так, все продаем. Надо взять, прикупить еды какой-нибудь. Ну, кстати, бархат. Дорогущий, как ясь. Так. Ну, для разнообразия, видимо, только хлеб у нас. Что же, выйти. Поднаберем сейчас ребят. Себе. Так, после разграбления. После разграбления. Ну, вот здесь вот. Что-то тут всех наших деревушек поразграбили. Как-то так. Так, набрать добровольцев. 7 чуваков. Было бы неплохо найти какой-нибудь караванчик и спокойненько его и ограбить. Так, здесь туман. Туманный Альбион прям. Ну и что же, кто-нибудь нападет? Кому? Во, отлично. 54, ну не уходи, дорогой, не уходи так далеко. Ать, наконец-то я тебя догнал.
Сейчас вот разберемся с этим чуваком. Атаковать. 69 против 54. Так, ребята, за мной. Не торопимся. И сейчас вот разберусь с этим чуваком. И мы на этом закончим. Наверное, опять вам все темно. Вам ничего не видно. Ну что поделаешь. Так. Какие-то они голые, или мне кажется? А, нет, тут половина у них. У него крестьян половина, оказывается. Кто бы мог подумать. Такой лошара оказался-то он на самом деле. С крестьянами. Ну, если крестьяне его лучшие воины. Так, почему я с мечом? Крестьяне, если его лучшие воины, значит, он еще тот лошара. Что же еще можно сказать? К какому же выводу можно прийти? Так, ну, что там? Давайте там по-быстренькому разберитесь, а я один на один там с новичками приду тут. Где там еще? Во, прибыли новые враги. Ну, где они? Вот только вот вопрос. Кстати, насчет вон текстур. Ой, текстур. Ну, улучшение графического вида. Не знаю, видите ли вы, не видите ли. Ну, один бой я уже провел вроде бы. Видимо, они там все зарисались. Враги новые. И, ну, один бой я уже провел. Он был светлый. Вы его видели. Не знаю, насколько он вам понравился. Так. Нет, мне не очень-то нравится вот это вот. То, что надо спускать. Все-таки я больше привык на такому оружию именно. Которого не надо спускать, а все-таки вот так вот бить. Не то это как-то, не то. А может быть, я ошибаюсь, может быть, и тот способ, вот этот вот, когда он спускает, он больше приносит мне опыта. Все-таки это какой-то там рыцарский удар. Кстати, вон неплохой чувак бежит. Ну, неплохо одет, по крайней мере. Ну что же. Блин, я ничего не вижу сбоку из-за этого щита. Уже его разделали. Спустили с неба на землю. Да ЕПРСТ, а? Дайте хоть меч. Да блин. Давайте мечом хотя бы. Да нет, я ни один удар не нанес, блин. Ребят, вы что, меня окружили, блин? Что это такое-то? Вы посмотрите, а? Так. Что-то быстро больно прошла. Битва? Как-то. Совсем уж. Ну, хотя здесь лоховские крестьяне были. Что же с них взять-то? С этих крестьян. Даже шмот крестьянский, блин. Он что там, одних крестьян, что ли, повел? Я не знаю. Думал уж, как кто-то хороший подберется. Так нет. Не знаю, давайте тогда еще кого-нибудь поищем. Еще минут. О, караванчик. Вигирский караванчик. 39, отлично. Вигирский. А, это... О, даже... Это очень даже хорошо. Не знаю, давай, давай, успевай, успевай, успевай. Есть, мы его успели догнать. Расскажи мне, деточка, где была? Расскажи-ка сказочку, как дела? Какой-то опять бред я несу. И вот светлая... Светлая битва, где вы можете оценить текстуры, микстуры... И так далее, и тому подобное. Графон, короче. Не знаю, по-моему, текстуры чуток поменялись. Стали чуток посветлее, поярче. А может быть, я ошибаюсь. Да епрст, это угоните. Не попал. Меня тут спину всю обошли, блин. Ребята, бежим, бежим. Что с конем? Что я вообще голову на 360 градусов верчу, кручу? Обмануть хочу. Блин, ну что-то неудачно как-то идет. Битва. Как-то все мешаются. Да ёпарас, это свалил отсюда. Так, иди сюда. Спина. Попал. С одного удара вынесли его. Так, меняем на меч.
Что ж ты, мазафакер, сразу уходишь-то от битвы, а? Ну кто, блин, одни кони меня окружили, да свои, блин. Ну вы чё, я не знаю, тут кто-то есть вообще, враг какой-то. Вон там уже сбегают, или чё, они не сбегают, или сбегают ли? А, они сбегают. Сейчас вот этого снесем. Ну-ка, иди сюда, кожаный бродяга, блин. Нет, опять же не удалось. Вот, вот этого точно снесем в танковской шапке. И на лошади. Тебе не жить. Ать, еще разок. Да епресс это. Да ешь ты. Да ёкала мэна. Что ж ты. Опа. Нанесен рыцарский удар. Отличненько. Все-таки этот чувак с шапкой неплохой еще. Воин. И. Да епресс это, он сбежал. Вот козлячья морда, а. Не прощу его никогда. Так, а может быть попробовать убрать этот щит? Так, давай, вот так вот. Вот, красава. Жопу ему там своим древковым орудием вошел, можно сказать. Ну все, тут уже ребята сбегают. Я не знаю, они там опять в кучке ломают кого-то. Так, тап. Ранено трое у нас. У них как там обстоят дела? 39. Один сбежал, чувак, как раз таки тот в шапке. И трое. Давайте отдай приказ к началу атаки. Наши дебилы. Они все-таки умеют. Они могут. И двое умерло. Я не знаю, наемный всадник и шайтан Хиргит, который неплохо так-то одет. Железяки. Ну, дебилы. Я не знаю, как еще их назвать. Забираем всех пленных. Ой, надо было. Сейчас рекрута вот этого отдадим и возьмем. Так, вот, отлично. Деньжат мы сейчас заработаем. На этом всем. Мясо даже есть. Будет что пожевать на досуге нашим ребяткам. Так, опыта всего ничего. Прокачаем быстренько армию. На этом я, наверное, сейчас закончу этот выпуск. Не помню, какой по счету. 30 какой-то там. По-моему, 31. Так, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на новое видео. Всем пока и удачи.